Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. И мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 12 марта, киевское время, 19 часов. Итак, оперативная обстановка в Украине и на оперативных направлениях сложилась следующим образом. Преступное российское правительство не отказывается от своих намерений по оккупации территории Украины путем применения как своих собственных вооруженных сил, так и вооруженных формирований, ну, так называемых квазиреспублик, и продолжая вести широкомасштабную вооруженную агрессию. Хотя с квазиреспубликами как-то очень трудно. С одной стороны, они вроде как, я имею в виду Российская Федерация, попыталась оформить их в состав России. Вот. А с другой стороны, они все равно продолжают в своих сводках упоминать их аббревиатуру, название и даже вот эти незаконные вооруженные формирования. Поэтому не могут даже сами определиться именно со статусом этих территорий и со статусом людей, которые с автоматами в руках воюют в российских вооруженных силах. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных ударов и 5 ракетных ударов, два из которых по городу Запорожье. Российские оккупанты применили зенитно-ракетный комплекс С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате разрушено одно здание, потерь и раненых среди гражданского населения на данный момент не выявлено. Кроме того, противник совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, один из которых по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения, двое убитых и трое раненых. Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой. Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Мариинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили 92 атаки противника на указанных направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается стабильной и без изменений. Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов Харьковской области. Далее пройдемся по остальным оперативным направлениям, там, где у нас проходит линия фронта. На Купинском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Они держат возле границы с Украиной, как раз вот недалеко напротив Купинска, они держат некоторое количество войск, которое не дает нам возможности маневрировать нашими силами и резервами. Также в течение предыдущих суток оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения и по нашим позициям. Успеха противник не имел, линия фронта здесь стабильна, активных наступательных действий противник не проводил. На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В самом Бахмуте враг атакует с юга и пытается продвинуться в сторону центра города.
Продолжаются бои по линии Орехово-Василовка-Залезнянская. Ситуация в самом Бахмуте и вокруг города традиционно тяжелая и критическая. Но гарнизону и силам вокруг удается сдерживать натиск врага. Хотя усилия с каждым днем все больше и больше необходимо прилагать, и сдерживать наступление становится все труднее и труднее. На Авдеевском направлении довольно неприятные события разворачиваются восточнее самой Авдеевки, где оккупанты закрепились в Красногоровке и пытаются овладеть Каменкой, населенным пунктом. Одновременно продолжаются попытки подойти к Северному. В дальнейшем враг будет ставить цель выйти к Степовому и Орловке, чтобы окружить Авдеевку. Шансов захватить ее в лоб у врага нет. Они хорошо это понимают. Что ждет их в самом городе. То есть то, что сейчас происходит в Бахмуте, российские войска не хотят повторять в самой Авдеевке. Они понимают, что уличные бои в городе они проиграют. Сегодня, кстати, еще можно вернуться к Бахмуту и сказать, что там наши войска отступили за реку Бахмутку, отошли, и взорвав все мосты и переправы, фактически на сегодняшний день она превратилась в рубеж обороны. И все, что подходит к этой реке с восточной стороны, мы просто уничтожаем. Поэтому как бы, шансов продвинуться через, с востока в Бахмуте у российских войск нет. Понимая это, сейчас российское командование начало прикладывать максимальные усилия для окружения Авдеевки. Они решили добавить к Бахмуту, еще добавить Авдеевку. К сожалению, количество личного состава, которое они привлекают для ведения боевых действий на этих двух направлениях, на Бахмутском и Авдеевском, позволяет Российской Федерации осуществлять постоянные атакующие действия наших позиций, в основном в пешем порядке, при минимальной поддержке артиллерии. Вот такая сложилась ситуация. Кстати, и Американский институт изучения войны, сразу здесь ремарку маленькую сделаю, посчитал приблизительно потери российских войск за все время боев за Бахмут. А это уже на протяжении нескольких месяцев. По разным оценкам, в том числе и этого учреждения или этой организации, потери российских войск оцениваются где-то около 50 тысяч человек, это убитые и раненые, безвозвратные потери, и около 200 танков. Ну, скажу так, что если сравнивать для понимания, то на северном направлении 24 февраля 2022 года из Белоруссии вторгалась группировка численностью 45 тысяч человек и примерно такое же, около 200 танков в составе этой группировки. Так что это чтобы сравнить с тем, сколько мы перемолотили за несколько месяцев боев только за Бахмут. Только за Бахмут. Идем далее. Мариинское и Шахтерское направление. Здесь противник предпринял попытки наступательных действий, но успеха не имел. Все попытки были отбиты, понеся потери, враг вернулся на исходные позиции. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов на Мариинском и Шахтерском направлениях. В самой Мариинке идут уличные бои и очень ожесточенные, но за прошедшие сутки линия фронта не перемещалась. Запорожское и Херсонское направление. Здесь противник продолжает обороняться, одновременно с этим осуществляет интенсивные обстрелы населенных пунктов. В общей сложности на двух направлениях обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов на всю глубину досягаемости огневых средств врага. Российские преступные власти продолжают меры по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так военное руководство России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных
с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии России. Вот это, кстати, то, что я вам сказал, что они до сих пор не могут определиться. С одной стороны, уже вроде бы как там первый, второй эти армейские корпуса, которые формировались, соответственно, в Донецком и Донецке и Луганске и прилегающих районах, они включили в состав вооруженных сил Российской Федерации. Контракты они заставляют подписывать российские. Соответственно, для этого надо получить паспорт гражданина России. То есть это регулярные части вооруженных сил Российской Федерации. Ну, они вот используют, они принудительно гребут людей на улицах в качестве мобилизации. И, естественно, люди, у которых нет российского паспорта, которые до сих пор проживали по паспорту Украины на этих территориях, вот они их заставляют оформлять паспорта, чтобы подписать долгосрочные контракты на прохождение службы в вооруженных силах Российской Федерации. Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина России. Ну, то, что таким образом оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого, да, паспорта ЛДНР, так называемых, которые они там выдавали, это теперь мусорная, это бумага, ничего не стоящая. То есть их выбрасывают в мусорную корзину и заставляют, опять же, получать российский паспорт. В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожает в отказе от всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренной для военнослужащих вооруженных сил России. То есть даже те формирования, которые воинские, незаконные, были сформированы из состава людей, взявших в руки паспорта вот этих квазиреспублик, их теперь заставляют переводиться в вооруженные силы России, получив российский паспорт. Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава и техники оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, из которых ни один не является носителем крылатых ракет «Калибр». Все носители крылатых ракет «Калибр» на данный момент находятся в портах. В открытом море на боевом дежурстве ни одного. Вот такие военные новости произошли сегодня в Украине на оперативных направлениях и линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь мы поговорим немножко о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Правительство Великобритании призвало крупнейших спонсоров Олимпийских игр, которые вот сейчас уже готовятся, документально оформляются, осуществить давление на Международный Олимпийский комитет с целью не допустить московских и беломосковских и белорусских спортсменов к участию в играх ни под каким видом. Об этом пишет нам издание The Guardian. Но я считаю, что очень хорошая инициатива, потому что там начали уже, как всегда, Россия проталкивает свои, лоббирует свои, точнее, интересы тем, что они готовы участвовать там под другими флагами. Но они готовы выставить свои команды. Очень хочется. Так вот, я считаю, что Великобритания во главе вот этого движения должна постараться приложить все усилия для того, чтобы ни московские, ни белорусские спортсмены не попали на Олимпийские игры. Как летние, так и зимние. Далее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался об отказе. Знаете, что сейчас на днях, я поясню ситуацию, на днях будет в Соединенных Штатах пройдет церемония вручения премии «Оскар» Американской киноакадемии. Довольно престижная награда, ну, наверное, самая престижная в мире награда. И там одним из номинантов на «Оскар»
является фильм, снятый по роману Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен». Фильм 22-го года. Фильм военный, который рассказывает про Первую мировую войну. Ну, я не буду сейчас оценивать таланты режиссеров и сценаристов. В принципе, фильм имеет хороший кассовый сбор, довольно высокий рейтинг, значит, нравится зрителям. Хотя они довольно сильно отошли. Это третий уже фильм по этому произведению Ремарка. Но смысл в том, что фильм показывает ужасы Первой мировой войны. Кровавую бойню, вот эти окопные бои и все остальное. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением дать ему возможность выступить перед участниками церемонии и рассказать о реальной войне, которая сегодня идет в Украине, которую ведет страна-агрессор Российская Федерация, которая против нас как государства, против нас как нации. И я так понимаю, ну, чтобы люди обратили внимание, что то, что они видят на экране, оно сегодня примерно такое же мясорубка происходит на территории нашей страны. Но руководство киноакадемии отказало президенту Зеленскому в праве выступить, отказало в возможности предоставить слово выступить перед участниками этой церемонии. Так вот, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление по поводу вот этого отказа. И он сказал, я цитирую: «Я думаю, что если фильм «На Западном фронте без перемен» получит Оскар за лучший иностранный фильм, а он так номинируется сегодня, а президенту Зеленскому, руководящему страной, ведущей самую большую войну со времен Второй мировой войны в Европе, не разрешат выступить на этой церемонии, лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете», сказал Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild am Sonntag. Вот такая парадоксальная ситуация. Фильм про войну, а смотреть можно про Первую мировую, а рассказать о нашей войне, оказывается, на сегодняшний день нельзя. Следующее, хочется обратить внимание на еще одну на тенденцию, которую сейчас развивается на Ближнем Востоке. Китай начинает пытаться нарастить свой вес в азиатском регионе и на Ближнем Востоке. На переговорах в Пекине при посредничестве Китая, Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения. Дипломатические отношения были прерваны в 2016 году после нападения иранских в Иране на дипмиссию Саудовской Аравии. И сейчас они договорились восстановить. Посредником выступил Китай. Это может говорить о следующем, что, во-первых, королевские династии Ближнего Востока никого не слушают и поступают так, как считают нужным. То есть говорить о какой-то, ну, будем так говорить, векторности или направленности, последовательности в проведении международной политики этих династий очень сложно. Очень. Они поступают так, как считают нужным. Поэтому договоренности с ними — это очень такой вопрос. Именно политические договоренности. Экономические еще более-менее контракты соблюдаются. Нефть продается, другие там ресурсы тоже продаются, покупаются. Вот. Но это для нас как бы не совсем хорошо, потому что Иран, вы же понимаете, Иран создает, тоже набирает свой вес. Иран хочет обойти, не то что обойти, он хочет уговорить страны, партнеры свои наплевать на санкции Организации Объединенных Наций и других организаций, которые наложены на Иран. Ему нужна торговля, ему нужны рынки, и он ищет поддержки. И видите, как видите, он ее находит. И еще самое страшное, то что в восстановлении этих связей участвует Китай. Китай, который тоже ведет свою политику, в том числе и в отношении нашей войны, войны России против Украины. Далее, в Молдове продолжаются протесты.
И молдавские пророссийские слои продолжают проявляться на сегодняшний день, устраивать демонстрации против проевропейского пути развития самой Молдовы. В частности, самым активным организатором протестов является пророссийская партия ШОР, так она называется, и они устраивают, вот сегодня акция проходит в Кишиневе, они свозят автобусами, ничего не напоминает, да, свозят автобусами на митинги людей, на митинги в Кишинев. Полиция уже как бы готовится встречать этих митингующих. Есть уже стычки с полицией, с митингующими на данный момент. Вот. Они, естественно, самое смешное, что партия пророссийская, или это самое циничное, неправильно сказал, это не смешно. Самое циничное то, что эта пророссийская партия поднимает лозунги «Нет войне в Молдове». А кто же туда войну принес? Россия же принесла туда войну. Кто начал войну в Приднестровье и захватил кусок территории Молдовы? Россия. Чьи войска стоят на оккупированной части территории Молдовы? Российские. И эта же пророссийская партия говорит, нет войны в Молдове. И типа с Россией надо дружить, а вот с Европой не надо дружить. Ну, посмотрим, насколько их хватит, чем это закончится. Автобусы на въезде в Кишинев, автобусы полиции останавливают Молдовы, пытаются их разворачивать. Есть стычки с теми, кто сидит в автобусах. Вот. Ну, пытаются они раскачать ситуацию. Мне кажется, они сами доведут, Россия доведет градус, может довести градус противостояния до такого, что Майя Санду вместе с парламентом Молдовы примут решение о силовом разрешении этого кризиса. Я имею в виду разоружение российских войск и ликвидации анклава Приднестровья. Я думаю, после этого, я думаю, ситуация в Молдове начнет просто вернется в свое нормальное мирное русло. Если убрать источник раздражения, то тогда и раздражение прекратится. Во всяком случае, так всегда поступают врачи, когда пытаются вылечить пациента. Далее, хочется немножко поговорить об Институте изучения войны. За прошедшие сутки они сделали несколько таких, выпустили дайджест, в котором расписали первое, то, что за прошедшие сутки войска России не делали никаких подтвержденных наступлений в пределах города Бахмута. То, что я и говорил, что в центре города вот линия речки, разделившая войска, противоборствующие стороны, она остается на месте, стабильно. Далее, официальный, но это только в пределах Бахмута, за пределами города фланги, особенно северный фланг вот этого выступа, бахмутского выступа, они там активно атакуют и пытаются продвигаться. У нас произошло, ну не произошло, а была создана петиция, это предыстория следующей новости от Института изучения войны, была создана петиция для президенту Украины о том, чтобы переименовать Россию в Московию. Петиция очень быстро набрала необходимое количество голосов. Президент сказал, что надо посмотреть и историко-культурный вопрос, и экономический, и политический вопрос, и экономический. Поручил премьер-министру проработать этот вопрос. Так вот, сразу же появилась официальная реакция Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, знаете, у них есть главный глашатай, это Захарова. Такая гражданка, она официальный представитель МИДа России, и она подтвердила, что Кремль очень сильно обеспокоен тем, что Россию пытается переименовать в Москву. Были там еще ряд других заявлений, Медведев об этом высказался, но тем не менее очень это сильно их задело. Что самое интересное, что
российский МИД не задело то, что Китай выпустил карту, где назвал восточные регионы старыми историческими китайскими названиями и российские города китайскими названиями. И показал границу, которая проходила в 19 веке на Дальнем Востоке. Это их абсолютно не задело, они никак не отреагировали на эту новость. И то, что эта карта была издана министерством, одним из министерств правительства Китая, а это значит, что это официальная позиция, и другие, те, кто будут печатать карты Китая, они будут печатать именно эту карту, потому что ну, у них такая система. Это значит, если министерство сказало, это жесткое указание, никто не может отступить. Вот, вот это их не задело. Но еще одна интересная вещь сказала гражданка Захарова о том, что как официальный представитель МИДа сделала заявление, что в ближайшем окружении Кремля существует распри, что Кремль упустил централизованный контроль над информпространством и косвенно, что Путин не может это исправить. Вот такая вот у них ситуация. Ну, кстати, если посмотреть на заявление Пригожина, которое он бросает налево и направо практически каждый день, и о том, что он там баллотироваться будет в Украине, хотя ну, это полный бред, это уже палата номер 6, потому как он не является гражданином Украины, вот, о том, что он будет проводить, что он ЧВК «Вагнер» превращает в отдельную армию. Параллельную армию, регулярной армии России, что он будет проводить мобилизацию в эту армию. То есть там у них идет полный разброд и шатание в информационном поле. И это начинает набирать обороты. Далее. Также это все Институт изучения войны в своем дайджесте информационном публикует. И также он публикует, что в Запорожской области российские войска продолжают наращивать свою оборону, возводят укрепления вот, и создают, ну, практически создают, пытаются создать укрепрайоны на практически на всем участке линии фронта в Запорожской области, там, где они ее захватили. Также отмечает Институт изучения войны, что нарастает волна. Помните, когда первые мобилизованные появились, это где-то октябрь месяц, на линии фронта, это те, кого призвали и сразу кинули на восполнение потерь, смертники так называемые. Первая сотня тысяч, мы их называли смертниками, и они тогда сразу начали записывать видосики о том, что нам здесь плохо, нас как мясо бросают в бой на украинские позиции. Так вот, сейчас новая волна. Вот тех, кого завезли сюда, и они начали принимать участие в боевых действиях, пошла новая волна видеообращений с жалобами. Ну, что самое здесь, я бы отметил, наверное, ну, даже слово сказать, не прикольное, а самое такое, наверное, циничное или смешное. Вот здесь можно применить, наверное, слово смешное, то, что они обращаются к тому, кто их бросил в эту мясорубку войны. Они обращаются к царю-батюшке, что к Путину. И причем видеоролики идут с двух сторон. И как со стороны родственников этих мобилизованных, потому что им, оказывается, обещали в военкомате, что они будут сидеть где-то там в тылу и что-нибудь охранять. Или что-то грузить, или что-то копать. А когда они приехали в Украину, их отправили в атаку. Вот. И, соответственно, то есть в этот раз в два раза шире волна вот этих роликов. И, соответственно, сами военнослужащие записывают ролики, опять же обращаясь к высшему военному и политическому руководству России. «Спаси нас, царь-батюшка! Вот бояре такие нехорошие бросили нас в бой, как пушечное мясо, неподготовленных, необученных». Вот. И так далее, и тому подобное. Вот такая вот информация была собрана и обобщена в Институтом изучения, Американским институтом изучения войны за
прошедшую, ну, я так понимаю, за прошедшие сутки и немножко шире. Далее, по результатам мониторинга открытых источников информации, по состоянию на 12 число, то есть на сегодняшний день, официально убитыми считается 1913 офицеров российской армии. Это как кадровые офицеры, которые проходили службу в вооруженных силах Российской Федерации, так и мобилизованные из запаса офицеры. Из них, по категориям, из этих почти 2000 погибших офицеров, генералов 4, полковников 53, подполковников 128, майоров 254, капитанов 359, старших лейтенантов 604, лейтенантов 320 и 191 офицер звания не удалось идентифицировать. Это, скорее всего, офицеры запаса. То, что они были офицерами, как бы это есть подтверждение, но в каком звании идентифицировать не удалось. Вот такие вот потери понесла за год войны российская армия в Украине. Далее, Китай попался на поставках, на нарушениях санкций. Об этом сообщает CNN. Они опубликовали расследование, согласно которого у CNN попали в руки таможенные документы. И вот согласно по таможенным документам, полученным журналистами, в 2022 году китайский подрядчик Poly Technologies фирма продолжала передавать детали для российских вертолетов и радиооборудование для вооружения класса воздух-земля, несмотря на санкции. Я так понимаю, что Китаю придется, ну, как минимум давать пояснения не только Соединенным Штатам, но и другим организациям типа Европейского Союза, потому что они являются торговыми партнерами, по поводу вот нарушения этого санкционного списка. Ну и Иран, еще раз вернемся к Ирану. Иран объявил, что контракт с Россией на покупку истребителей Су-35 финализирован. Об этом сообщает ИРНА, информационное агентство Ирана. И заявили, что Тегеран завершил подписание контракта на покупку самолетов Су-35 у России. Когда и сколько истребителей будет доставлено в Иран, эта цифра не разглашается. Ну, в принципе, это просто мы с вами стали свидетелями финализации этой сделки. Почему? Потому что согласно данных нашей разведки, с апреля месяца прошлого года, мы знали об этом, иранские пилоты проходили подготовку в Российской Федерации по осваиванию и по переучиванию на самолеты Су-35. Ну, кстати, обратите внимание, что с апреля по март практически год. 11, ну, так как мы и говорили, 6-11 месяцев необходимо для переподготовки пилотов на другой тип самолетов. Это я к тому намекаю, что в конце мая, начале июня мы наблюдали тоже сюжеты, что в Соединенных Штатах проходят переподготовку пилоты воздушных сил Украины. Сколько надо, все время мы поднимаем, периодически мы поднимаем вопрос, когда говорят о передаче, будут передавать, не будут передавать нам самолеты западного образца. Ну вот я примерно, то есть где-то апрель-май можно ожидать, это может случиться, а может и не случиться. Вчера мы говорили про альтернативу, словацкие и польские МиГ-29, вот, которые тоже ожидаются вот-вот, после того, как Словакия официально оформит свое решение через парламент. Вот. Так что вот такая кухня может произойти. Тем не менее, Иран огласил о том, что сделка закончена, и они сейчас забирают у России выкупленные самолеты Су-35 вместе с подготовленными пилотами. Ну и на пасашок хочу вам
хочу вам презентовать новость от Службы безопасности Украины. Служба безопасности Украины продемонстрировала использование своими спецподразделениями нового вида дронов «Камикадзе», отличающих целый ряд особенностей, и наглядно продемонстрировали эту их эффективность. То есть Служба безопасности Украины, ну мы знаем, что все силовые структуры принимают участие в боевых действиях, в том числе и СБУ, своими подразделениями силовыми. Не будем уточнять какими, но тем не менее, они воюют. У них, видите, есть дроны «Камикадзе». И СБУ продемонстрировала, выложившие в открытый доступ, видео, как работают эти дроны «Камикадзе». В частности, на опубликованном видео зафиксировано поражение сразу двух зенитно-ракетных комплексов России. Это ТОР-М2 и С-300ВМ. Вот такие вот дроны появились, дроны «Камикадзе» появились на вооружении, ну, пока еще только спецподразделений Службы безопасности Украины. Но сам факт, что это новые дроны, которые могут спокойно уничтожать, особенно уничтожать зенитно-ракетные комплексы Российской Федерации. Чем больше мы погасим систему ПВО России, тем больше наша авиация сможет помочь сухопутным войскам в плане разгрома российских войск. Вот такие вот новости военные и военно-политические произошли в Украине и вокруг нашей страны, на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. На этом мы с вами первую часть нашего видео закончим. Я по традиции делаю паузу. У тех, кто не подписан, есть время подписаться на мой канал. Поставьте, не забудьте поставить колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления о появлении новых видео на моем канале. Вы их сможете посмотреть в оригинале. Ну и тем, кому понравилось это видео, тоже приглашаю поставить лайк, для того, чтобы его смогли увидеть как можно большее количество людей. Так работают алгоритмы YouTube. Чем больше лайков, тем больше людей видят это видео в поисковике YouTube. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответами на ваши вопросы, которые вы задали к предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Добрый вечер. А как наводятся ракеты воздух-воздух? Ну и вот тут тоже очень интересные комментарии. Видите, я даже иногда использую ваши ответы, а потом даю разъяснение, если там что-то сказано заумное или не совсем понятное. Так вот, ну, конечно же, как всегда, находятся острословы, которые отвечают шутками-прибаутками. Например, наводятся, чтобы попасть, если повезет. Или, допустим, если серьезно, то сначала радар самолета подсвечивает цель ракете, потом включается автоматическая головка самонаведения самой ракеты, и она уже летит к цели самостоятельно. Есть еще наведение по лучу, сейчас не используется, и инфракрасное самонаведение, плюс наведение по командам. Ну, давайте теперь, теперь я вкратце постараюсь разъяснить, как это происходит. У пилота есть экран с изображением, кстати, в современных самолетах, там 4-5 поколения, 6 поколения, ну, будем так говорить, 4 и выше. Экран может располагаться на забрале шлема, то есть на стекле самого шлема. И пилот видит это практически как в виртуальной игре. Куда он смотрит, туда и показывает перекрестие. Есть даже спаренные вооружения, особенно вот на вертолетах применяется. Но суть не в этом. У него есть квадрат, в котором есть перекрестие, это и есть прицел. Его задача пилота — навести этот квадрат и поймать в этот квадрат, поймать свою воздушную цель. Поймав цель в этот квадрат, он нажимает кнопку захвата.
как только происходит захват, действительно захват происходит за счет подсвечивания цели, то есть радиолокационная станция бортовая самолета дает мощный импульс, по отраженному лучу происходит захват цели. И эта цель сразу же запоминается головкой самонаведения ракеты. После чего делается пуск, и ракета летит по принципу «пустил и забыл». То есть она захватила цель и уже никуда не девается. Кстати, пилот, по которому производится пуск ракеты, точнее, даже не пуск ракеты, а пилот самолета, по которому, который захватывают для пуска ракеты, уже знает, потому что идет мощное облучение его самолета или вертолета средством поражения, то есть радиолокационной станции самолета, который его собирается сбить. И у него сразу высвечивается сигнал, что по нему наводится ракета. Как только ракета пущена, то, естественно, бортовая РЛС самолета видит, что по нему пущена ракета. И у пилота есть два варианта. Попытаться совершить противоракетный маневр, если он успевает и умеет это делать. Либо катапультироваться, чтобы не погибнуть, когда ракета попадет в самолет, когда он будет подбит. Вот. То, что она не промахнется, тут уже как бы сомнений никаких нет. И есть второй тип ракеты, это ракеты тепловые, которые достаточно, опять же, поймать цель в перекрестие, нажать захват, там уже без облучения, там на выхлоп двигателя, это головка самонаведения, обычно инфракрасная, она захватывает эту цель и пилот делает пуск. Все, ракета дальше идет на тепловой выхлоп двигателя. Тем более, что на больших высотах это очень хорошо проявляется, разница температур. Вот. И то же самое, уклониться от такой ракеты очень сложно. Вот так работает это вооружение воздух-воздух. Так происходит захват целей. Следующий вопрос. Добрый день. У меня вопрос. Недавно Резников сказал, что аэропорты Киева защищали, облив взлетно-посадочную полосу аллеей и заминировав остальную часть аэропорта. Скажите, пожалуйста, так сделали во всех аэропортах Украины или были ли случаи высадки десанта россиян? Так сделали только в одном аэропорту Украины. Насколько на сегодняшний день известно, это аэропорт Джуляни, или он сейчас называется аэропорт Киев. Вот его таким образом спасали, потому что не было прикрытия этого аэропорта, и практически на тот момент войск никаких не было по его охране. Туда свезли кучу блоков, выставили технику на полосу и полосу облили отработкой, не аллеей, а не подсолнечным маслом и не этим, а отработкой этих самых масел автомобильных или технических масел. Вот так вот. Да, действительно, это было в аэропорту Киев. И после этого там были разбирательства, вплоть до того, что вменялось в вину, что это была порча государственного имущества. Но, слава богу, как бы попыток со стороны российских войск высадиться в аэропорту Киев в пределах города не было. В других аэропортах там ситуация совсем другая. То, что полосы закрывали, Борисполь полоса закрыта, чтобы нельзя было приземлиться. В Василькове закрывали полосу, в Гостомеле там совсем другая ситуация, там полосу не закрывали, потому что десант там появился, там сейчас за это взят под стражу директор аэропорта, ему вменяют статью «Измена Родине». Почему? Потому что он не допустил Нацгвардию для оборудования там оборонительных позиций. Это то, что известно из открытых источников. Он 24 утром вызывал персонал на работу в аэропорт. Это Антоновский центр подготовки, и аэропорт тоже принадлежит концерну Антонов, заводу Антонов точнее.
Вот. И для приема больших, больших самолетов. Так вроде бы как говорили. Поэтому там тоже никто ничего не закрывал. И там была высадка десанта. Там шел бой. Он шел до позднего вечера. Практически целый день. Вот. Там был уничтожен. Это 34 вертолета. 4 были сбиты российских. Вот они высаживали десант в Гостомеле. Была вторая попытка высадить десант в Василькове. Когда российские командование поняло, что в Гостомеле десант уничтожен. Из попытки захвата аэропорта. А смысл был такой. Десант высаживается, захватывает аэропорт и принимает транспортные самолеты. И должны было высадиться в этот самый большое количество воздушно-десантных войск уже посадочным способом, не с вертолетов, а с транспортных самолетов, военно-транспортными самолетами. И, естественно, двигаться на Киев. Когда провалилась попытка Гостомеля, тогда была предпринята попытка в Василькове. В Василькове тоже высаживался десант, но он тоже был уничтожен. Кстати, там уже меры были приняты заранее, и десант высаживался уже практически на наши позиции, на наши пулеметы. Мы его начинали уничтожать уже практически в воздухе. Вот. Так что, а на остальных, знаю, что полосы перекрывались техникой для того, чтобы не дать возможности их использовать по назначению. Здравствуйте, в одном из видео вы отвечали про осколки гранаты и почему враг еще живой. Хотел бы дополнить своим вопросом, как мы знаем, у нас есть наши украинские новые термобарические гранаты РГО-27 и РГТ-27. Я не видел видео их применения, вернее, верна ли моя догадка, что они действуют как ТОС, то есть тяжелая огневая система, которая применяет против наших солдат, но в малом объеме, или это разные вещи. И еще один вопрос, мы его применяем, он у нас вообще есть, какие отзывы об РПО-16. Смотрите, у нас есть, да, действительно, у нас есть реактивный ручной гранатомет, огнемет. Это огнемет РПО-16. Он есть на вооружении. Начали мы его производство в 2016 году. Этот огнемет, и у него, но он большой, его не сбрасывают, он применяется только, он одноразовый, и он применяется как обычный, вот, ну, РПГ, конечно, немножко не такой, вот, РПГ-22, РПГ-18, муха еще так называемая, в пластиковом тубусе одноразовый. Вот примерно такой же вид имеет РПО-16. Да, он использует термобарическую гранату и считается огнеметом. Но он одноразовый, и эту гранату надо выстреливать. У него прицельная дальность 600 метров, а максимальная дальность до 1000 метров. Он используется, но у нас на сегодняшний день количество их точное не указано, но он с 17 года производится, и до начала вторжения российских войск в Украину числилось где-то больше 1000 штук на вооружении наших вооруженных сил. Сколько сегодня, сказать, вы же понимаете, невозможно. Таких данных в открытых источниках нету. Ну да, действительно, у него есть вот такой термобарический эффект. Это что-то в российских войсках используется шмель, реактивный огнемет. Вот. Ну, наши сделали вот этот РПО-16. Он меньше по калибру. Вот. Но тем не менее одноразовый такой огнемет есть. По мере их выпуска или поступления, или наличия в частях и подразделениях, да, он используется в ходе ведения боевых действий.
Вопрос, как вы думаете, будет происходить боевая согласованность между подразделениями, прошедшими обучение по натовскому образцу, и нынешними, имея в виду командиров нижнего и среднего звена? Смотрите, дело в том, что командиры среднего звена будут взаимодействовать между собой. Командиры младшего звена уже вряд ли будут взаимодействовать, только на стыке подразделений, которые будут действовать там справа или слева от друг друга. Всегда с соседями налаживается взаимодействие. Но они будут выполнять одни и те же задачи, допустим, на одном направлении, но разными методами. И, конечно же, взаимодействие. Для этого, кстати, существуют штабы, чтобы организовывать взаимодействие между подразделениями, между родами войск, между видами вооруженных сил на всех уровнях. Поэтому будут они взаимодействовать, будут согласованные задачи. И единственное, что будет отличаться в данном случае, это методы выполнения задач. То есть те, кто проходил обучение по натовским методикам, будут воевать, соответственно, по натовским методикам. Те, кто не проходил обучение, будут воевать по тем методикам, которые мы сегодня преподаем в наших вооруженных силах. Кстати, надо отметить, что наши методики, ну, в большинстве своем адаптированы под стандарты НАТО. Мы как раз вот были на этапе перехода на натовские стандарты организации, планирования и организации и ведения боевых действий. Поэтому сильной разницы не будет между теми, кто проходил обучение, и теми, кто не проходил. Конечно, их западные инструкторы натренировали намного лучше, чем те, кто обучался в наших учебных подразделениях и добывал боевой опыт уже непосредственно в бою. Вот. Но тем не менее. Так что будут взаимодействовать, и поверьте, взаимодействие будет организовано на необходимом уровне для совместного выполнения поставленных задач. Вопрос. Есть одна неувязка, можете ее объяснить. На сегодняшний день силы вооруженных сил Украины сбили почти 300 самолетов, 300 вертолетов и 800 крылатых ракет врага. Но в интернете можно найти лишь 2-3 десятка фотографий сбитой техники, и то в основном старые. Почему сейчас не фиксируют на фото, например, те же сбитые шахеды и ракеты, если силы ВСУ сбивают их 80%? Потому чтобы не информировать врага о результатах сбития. Именно поэтому. Поэтому вы, кстати, находим видео, ну все, и я в том числе, если ищу, то нахожу видео уже старые, за летние месяцы, максимум там за осенние можно найти. Дело в том, что вот эти все фотографии, во-первых, можно определить геолокацию, где это сделано. Во-вторых, по внешнему виду можно увидеть те детали, которые необходимы. То есть серийный номер, по серийнику можно увидеть, или бортовой номер той же ракеты, шахеда или там, самолета, вертолета. И можно определить, куда он летел. Допустим, для россиян очень важно, куда летела ракета и где ее сбили. И если и они, увидев, допустим, там по признакам определив, что это вот эта именно ракета, они понимают, что она летела вот в такую-то цель, и эта цель не поражена. И, соответственно, что надо сделать? В следующий ракетный удар надо запланировать на эту цель тоже ракету. А раз ее сбили именно в этом районе, то что надо сделать? Надо перепрограммировать маршрут, чтобы ракета этот район облетела. Это особенность крылатых ракет. Вот именно поэтому и перестали сейчас публиковать свежие. Сейчас, если мы наблюдаем, допустим, сбитие какой-то воздушной цели, то только издалека, только от лица оператора ПЗРК или от лица, допустим, наблюдателя с земли. В воздухе, да, мы видим. Обломки ракет практически мы либо какие-то куски показываю, по которым ничего определить нельзя. Но опять же, еще раз говорю, что по фотографии и по видео можно определить геолокацию, где она была сделана. Сегодняшние средства фото-видеофиксации делают отметку
геолокации, где производилась эта фото-видеофиксация. Вот. Так что именно по этой причине мы больше не наблюдаем вот этих новых кадров, как это было в начале, ну, в начале войны. Следующее. По статистике на одного убитого солдата приходится 3-4 раненых, ну пускай в среднем 3,5. На 5 марта Генштаб ВСУ заявляет, что уничтожено 153 120 солдат Российской Федерации. Прибавляем раненых, получается почти 700 тысяч человек. Но группировка российских войск с начала операции была 130 тысяч и плюс 300 тысяч мобилизованных, итого 430 тысяч. С кем воюет тогда Украина, если ее армия уже давно уничтожила российскую группировку войск? С вооруженными силами Российской Федерации воюет Украина. Смотрите, во-первых, нормативы, помните, мы с вами неоднократно говорили, я подчеркивал, что эта война перепишет все учебники. Так вот, на сегодняшний день соотношение раненых и убитых примерно 1:1, максимум 1:2. Это во-первых. Так что уже цифра не 700 тысяч получится, а совсем другая, меньше. Меньше процентов на 30-40. Это первое. Второе. Смотрите, численность вооруженных сил Российской Федерации 850 тысяч человек была на начало вторжения в Украину. Вторгалось действительно там где-то 150-170 тысяч. Но потом пошло пополнение потерь. Постоянно идет пополнение потерь за счет численности вооруженных сил Российской Федерации. Вот когда в сентябре месяце Путину наконец-то, он же говорил в марте месяце, в феврале месяце, когда Путин, если вы еще раз послушаете его речь, вот эту ночную, да, что нам не оставили выбора. Так он сказал, он потом после этой речи сказал, что цели этой операции будут достигнуты только регулярными частями вооруженных сил России, что никого привлекать со стороны не будет, только профессиональные военные. В сентябре месяце они поняли, что военные и профессиональные заканчиваются. Теперь представьте, что здесь воюет группировка, она несет сумасшедшие потери, и что они делают? Они контрактников, они выгребли практически всех контрактников с вооруженных сил Российской Федерации. Я вам даже больше скажу. Здесь воюют войска береговой обороны. Здесь воюет морская пехота всех флотов. Северного флота, Тихоокеанского флота, Балтийского флота, Черноморского флота. А это ж... И они пополняют. А еще у них идет тенденция. С лета было распоряжение Генерального штаба Российской Федерации о том, что вербовать матросов из состава экипажей кораблей всех флотов разрешили вербовать для подписания контракта краткосрочного на участие в этой операции на территории Украины. То есть вот эта подпитка здесь, ну я бы сказал, наверное, с учетом ротации, с учетом раненых, с учетом убитых, то может быть даже больше миллиона военнослужащих и еще мобилизованных плюс сюда прибавляйте, то практически, наверное, под миллион человек прошло через нашу войну на территории Украины из российских вооруженных сил. Вот эти все 850 тысяч, ну за исключением тех, кто там сидит ПВО, и то ПВО тоже здесь воюет. А теперь смотрите, сейчас Путин дал приказ, они не отпустили осенью, это еще 130 тысяч, они пытаются заткнуть дыры нехватки личного состава в рядах вооруженных сил. И они не отпустили дембелей, осенники не уехали домой. Они все остались, но они не приехали воевать в Украину, эти дембеля. По идее, смотрите, их можно было одним днем уволить, утром уволить, в обед их опять, их уже отмобилизовать, вручить им повестки и тут же отмобилизовать на месте. И они уже не надо их требовать, чтобы они подписали контракт и прибыли в Украину, и отправить в Украину воевать, как контрактников. Или как их можно отправить просто как мобилизованных, но они не приехали сюда. Потому что они сегодня обеспечивают жизнедеятельность вооруженных сил. То есть идет постоянный поток, количество людей, которые прибывают из состава вооруженных сил Российской Федерации. Мобилизованные что же это? Они же вливаются в состав вооруженных сил России.
И вот этот поток он обеспечивает. Огромное количество людей проходит через нашу войну. Поэтому так вот считать нельзя, что было 130 плюс 300 мобилизованных, 150 убитыми и плюс еще раненые, там 300 тысяч, итого 400, нет, так нельзя считать. Идет постоянная подпитка за счет личного состава всех вооруженных сил. Все, что можно, Россия вербует и отправляет сюда. Поэтому численность группировки примерно увеличивается за счет постоянного наплыва и подпитки от вооруженных сил, плюс мобилизованные. Итого мы на 1 марта имеем где-то там 350, под 400 тысяч может нагнать Россия. Но это потолок. Сегодня для России это предел. По 100 тысяч они могут отмобилизовывать. Сейчас, кстати, весенний призыв будет. Тоже они дембелей весной не отпустят. За счет этого будут держать хоть какую-то численность своих вооруженных сил. И постоянно они отправляют сюда личный состав. Вот так надо считать эту группировку. И сейчас трудно сказать, скорее всего, мы об этом узнаем с вами после войны. Уже историки нам расскажут, какое количество личного состава Россия прогнала через эту войну. Но цифра будет там миллионная, как минимум. Як на вашу думку, Лукашенко своїми словами про те, що якщо його люди загинуть, то Білорусь вступить у війну, міг дати приховане добро Збройним силам України на удари по російським військам в Білорусі? Ні, я думаю, що Лукашенко вообще не... вряд ли в каких-то политических договорниках с нами. Лукашенко ведет свою игру, на мой взгляд, он ведет свою игру, и она заключается в том, что он пытается восстановить хотя бы один мостик для того, чтобы сохранить себя самого, сохранить свою власть, и ему нужны гарантии безопасности. Именно поэтому он вначале начал сжигать мосты за собой, вот тем, что пустил российские войска, тем, что они атаковали с территории Белоруссии. А потом он понял, что это путь в никуда. Это путь на скамью подсудимых. Ему и так скамья подсудимых, потому что это фактически он выступает в роли союзника России на сегодняшний день. Даже несмотря на то, что он начал проявлять лояльность в том плане, что российских войск на территории Белоруссии практически нету. Группировки ударной он не дает Путину создавать. Я думаю, что он инициатор этого. И со стороны Беларуси уже несколько месяцев не летят ракеты и не идут. Есть провокации на границе, нельзя сказать, что там все идеально. Но тем не менее агрессии со стороны Беларуси нету. Вот. И гарантий нет. Если бы был договорняк, вот как вы пишете, да, то были бы какие-то гарантии, и мы бы тогда сняли часть войск с белорусской границы. Сегодня мы себе этого позволить не можем. Мы вынуждены там держать 1000 километров границы, мы вынуждены держать соответствующее количество войск. С учетом боевых потенциалов вооруженных сил самой Белоруссии. Вот. И возможного накопления российских войск. Возможного. Но тем не менее. Поэтому нет, Лукашенко, на мой взгляд, ни в какие... Он играет собственную игру по спасению собственной шкуры. Террорист Гиркин озвучил, что подготовка мобилизованных на России будет производиться не по подразделениям в тылу, чтобы потом вводить их в бой, а методом насыщения действующих подразделений на фронте. Якобы это эффективнее. Не побегут, опыт передают обстрелянные орки, приводит опыт подготовки целой армии колчаком в тылу, что не дал эффекта. Вопрос. Подготовка наших подразделений нашими партнерами и потом их направляют в бой или все-таки их еще и разбавляют обстрелянным костяком? Нет, у нас совсем другая методика. Кстати, Гиркин не прав, абсолютно не прав. Объясню почему. Что делает Россия? Да, действительно, Россия напитывает
те подразделения, которые сегодня воюют, она напитывает личным составом, не от хорошей жизни. Это производится только лишь потому, что надо восполнять потери. Они несут огромнейшие потери в личном составе, ну и в технике тоже. Вы видите это по сводкам Генерального штаба. Дело в том, что 50% и более – это ограниченное боеспособное подразделение. 70% – это не боеспособное. То есть эти подразделения российские, они теряют боеспособность. И вот для того, чтобы они не теряли боеспособность, их накачивают мобилизованными. И там уже до лампочки, передадут они опыт, не передадут. В такой обстановке никто никакого опыта не передает. Единственное, что они делают, это да, вот эти старослужащие, они устраивают дедовщину в том плане, что они мобилизованных пускают вперед и не дают им сбежать с поля боя под угрозой вплоть до расстрела на месте. Вот что они дают. И получается принцип здесь, чтобы вы понимали, здесь работает тогда принцип, если не погиб, значит, еще немножко поживешь. Вот такой вот принцип. Никакого обучения. А вот наоборот, принцип обучения подразделений в тылу, когда подразделение полностью готовится. Вспомните Вторая мировая война, 41-й год, Подмосковье. Немцы практически на окраине Москвы. Кто спас Москву? Дальневосточные дивизии. Они имели боевой опыт? Нет. Они были вышкалены. По тем уставам, которые на тот момент действовали в Советском Союзе, и они приехали подготовленные для участия. Да, боевой опыт они набирали в бою, но они были обучены и подготовлены. Вот вам пример просто для понимания. То же самое происходит, когда ты готовишь часть. Если у тебя есть время на подготовку, то ты можешь обеспечить себе подготовку солдат, и они приходят в бой уже более-менее. Они обкатаны танками, они умеют метать гранаты, они умеют стрелять, они знают тактику ведения ближнего боя в условиях открытой местности, лесистой местности, в городских условиях. И этот солдат, у него вероятность того, что он растеряется и впадет в ступор, минимальная. Он психологически и физически готов. Он обучен. Вот что такое. А вот это вот разбавление мобилизованным, и мы их быстро научим, нет, это огромные потери. Когда вот такое вот обучение через участие в боевых действиях. Поэтому наши части, которые обучаются инструкторами на Западе, они приходят вышкаленные, готовые к боевому применению. И это очень, очень хорошая позиция. Кстати, именно этого и боится Российская Федерация. Поэтому они роют окопы глубже, бруствер насыпают повыше и танков закапывают побольше. Везут сюда Т-62, Т-72, БТР-50 уже снимают с хранения. Вот, и делают целые укрепрайоны, потому что они понимают, кто на них будет. Кто будет контратаковать эти позиции, кто будет освобождать захваченные ими территории, хорошо подготовленные, обученные войска. Ну что ж, вот такие вопросы мы сегодня осветили с вами. Далее я постарался дать ответы. И у нас остается с вами третья часть нашего видео. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первое сегодняшний комментарий прозвучит такой. Мария Захарова возбудилась из-за возможного переименования в Украине России на Московию, но абсолютно не отреагировала на то, что Китай возвращает на свои карты исторические китайские названия российских городов Сибири и Дальнего Востока, которые были отобраны в 19 веке у Китая. Ну, это то, что я вам говорил. Вот такая... То есть их очень волнует, чтобы мы их не переименовали в их историческое название, княжество Московское. А вот то, что Китай фактически таким образом помечает территорию, это их не волнует. Они делают вид, что они не замечают. Ремарка. Все дело в микросхемах и чипах, а Тайвань начинает строить завод в странах Балтии и перенесет туда и в Америку все свои производственные мощности вместе
с персоналом. И тогда Китай пусть удавится островом, потому что он им нужен только из-за этих заводов. Хочет типа там стать монополистом по производству и диктовать условия на мировых рынках, а заводов нет, ну чё. Хороший остров для отдыха на море. И как Гонконг, где была основная азиатская биржа, теперь как чемодан без ручки. Ни хихи, ни ха-ха. Да, абсолютно правильно. Только насчет того, что они в Балтии строят завод, я не слышал информацию. Я знаю, что американцы строят завод, и в 2025 году он выйдет на проектную мощность по производству микрочипов. Немцы строят завод в Чехии, второй, кстати, у них один есть. На этом, кстати, немецкая промышленность сейчас частично сидит и выживает по нехватке чипов. Действительно, там в основном за экономику. Вот. Но идет борьба за экономику. А там, да, а там Китай может получить Тайвань без микропроизводства или без производства микрочипов. Вот. И действительно будет та же самая как судьба, как и Гонконг. Был процветающий город, а когда перешел под юрисдикцию Китая, стал обычной захудалой провинцией. Уверена, что на федерации нет ни одного солдата, которым преклонят колени генералы. Украинцы, вы герои для всего мира. Ну, это относительно да Винчи, нашего героя, которого вот хоронили пару дней назад. За да Винчи плачет вся Украина, потому что за такими людьми будущее Украины. Да, он был настоящим патриотом. За неделю русские потеряли 5970 солдат, 52 танка, 77 БМП, 2 самолета. Это больше, чем на прошлой неделе. Это очень хороший показатель в том плане, что тенденция к увеличению потерь среди российских военных, она растет. Это очень хорошо. Приємно чути про партизан в Рашці. Молодці, не всі зомбовані путінським режимом. Удачі вам. Ну, здесь пусть работают. Они борются за свое. Утилизация, утилизация и еще раз утилизация. Как завещал нам великий Хаймарс. Ну, вот такой даже юмористический комментарий. Да Винчи, пример для миллионов, светлый человек, настоящий герой, его слава никогда не угаснет. Это говорит о том, что эхо войны будет собирать свою кровавую жатву еще десятилетия. Забудьте о гулянии теперь по посадкам, полям, лесам и накажите это своим родственникам, кто этого не осознает. Не дай бог, детвора где-то наступит или зацепит что-то взрывающееся. Не рискуйте, следите за детьми. Очень дельный и актуальный теперь для нас совет. Немножко. Олег Владимирович, вы абсолютно не правы. У России есть очень высокоточное оружие. Телевизор поражает мозг даже при полном отсутствии онного. Ну что ж, с этим тоже можно согласиться. Тем более, так смотрите, у них даже здесь, в самом высокоточном оружии, у них произошел сбой. И вот их глашатая Министерство иностранных дел Захарова говорит о том, что сбойнула Роспропаганда. Геббельс в гробу переворачивается, как они все испортили в своей пропаганде. В разнос пошла. Посмотрим, как ее разорвет на куски и сколько она еще выдержит. Эта пропаганда вещания в российском информпространстве. Дуже шкода, що гинуть такі молоді, сміливі, мотивовані, достойні, патріотично налаштовані наші захисники. Набутий вагомий досвід, вагомий військовий досвід, набагато виконано важливих бойових завдань, залишившися батальйон професійно підготовлених військових побратимів, готових продовжити справу да Вінчі. Світла пам'ять тобі, героїв, безмежна вдячність від всіх усвідомлених українців.
Ну что ж, вот такие вот пожелания прозвучали, в том числе и в адрес нашего героя, который, к сожалению, погиб 7 марта, защищая Украину от рашистов. На этом мы с вами сегодняшнее видео закончим. Я благодарю вас за ваше время и внимание, что вы досмотрели до этого момента. Для тех, кто не подписан, еще раз приглашаю подписаться на мой канал. Для всех, кто посмотрел это видео, просьба, поставьте лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Также не забываю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!